Добраться до лыжероллерной трассы пешком непросто, а детский парк «Малыш» слишком мал по площади, поэтому едва ли может вместить и спортсменов, и родителей с детьми, и хозяев с их питомцами, и любителей тихого отдыха на природе. Но представители второго лицея нашли выход из непростой ситуации. Свою идею изложили в проекте «Велосипедная роща». Для наглядности к презентации совместными усилиями учителя, ученики и родители изготовили макет. Основная идея нашего проекта – облагородить дубовую рощу. Цель – создать парк спорта и отдыха, велосипедная роща, адаптированная для людей с ограниченными возможностями. Проект «Велосипедная роща» представлен в категории «Инициатива», значит, в его реализацию вовлечены не более 15 человек. Впрочем, эта категория оказалась у жителей Одинцовского района самой востребованной. За 4 дня, в течение которых проходили презентации проектов, представители Совета по присуждению премии заслушали более 400 соискателей. Определяет победителей губернатор. Соответственно, но у меня есть какие-то проекты, которые мне очень сильно запомнились моим коллегам, которые также присутствовали эти дни по Совету по присуждению премии. Мы отметили их и будем ходатайствовать, чтобы Совет по присуждению премии их рассматривал как-то более тщательно. Тем, кто не подтвердил свое авторство проекта в течение отведенных на презентацию дней, отчаиваться не стоит. Пройти эту процедуру они смогут в сентябре в Доме правительства Московской области. Но это уже будет последний шанс рассказать о себе. Упустившие его с гонки за премией снимаются. Процедура, что в Доме правительства Московской области, что здесь, в Одинцовском муниципальном районе, будет проходить одинаково. Соискатель имеет 2-3 минуты на презентацию своего проекта. Он может принести флеш-накопитель, который будет, соответственно, изучен. Вся информация также членами совета просматривается на сайте премии. Когда все желающие заявят о себе, начнет работу Совет по присуждению премии «Наше Подмосковье». В него входят уважаемые люди, эксперты, представители разных профессий. После обсуждения всех проектов наиболее интересные они предложат рассмотреть губернатору Московской области Андрею Воробьеву, который и определит победителей. Евгения Августина, Станислав Трифонов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».